Футболисты «Динамо» Барнаул дебютировали в футбольной национальной лиге. В первом туре подопечные Александра Суровцева встречались с пермским «Амкаром», клуб, который возродил футбол в этом сезоне. Если первый тайм бело-голубые провалили и гости забили гол на 18-й минуте, то второй тайм был наоборот. Хозяева давили, создавали моменты, но госпожа удача на стороне гостей. Как итог, победа «Амкара» 1-0. Теперь барнаульцы готовятся сыграть с «Зенитом» из Ижевска 23 июля в 18:30. Самбо признали олимпийским видом спорта. Решение приняли на сессии МОК в Токио. 3 года назад федерация получила временное признание. За это время нужно было доказать олимпийский статус этого вида спорта. Что и сделали. Сейчас самбо на подъеме, его транслируют 68 стран. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Барнауле Сергей Шубенков готовится к Олимпийским играм в Токио в Новогорске. В Японию спортсмен полетит впервые и очень ждет этой поездки. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я тоже жду очень сильно, очень хочу. И надеюсь, не разочарую. Напомним, что Олимпиада в Токио начнется уже в эту пятницу и продлится до 8 августа. Дмитрий Дроздов. День с толком. Я надеюсь, не разочарую.